Уметь раскрыть тему урока и получить бесценный педагогический опыт от коллег. Сегодня на базе Центра дополнительного образования детей Черкесска прошел региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года 2023». Педагоги из городов и районов поделились своими профессиональным мастерством с членами жюри. Подробнее Алихан Лепшоков. Этот конкурс позволит выявить лучшего педагога, который представит нашу республику уже на всероссийском уровне. Но каждый из вас уже является победителем и незаменимым профессионалом своего дела, отметил министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Сегодня учителю отведена очень важная роль. Учитель и учит, и воспитывает, и формирует личность. Формируют гражданина Российской Федерации. Благодаря поддержке руководства республики сегодня мы совместно с вами реализуем национальный проект образования. Данный проект позволяет нам строить новые школы. Только в этом году в нашем субъекте начнется строительство новых 5 школ. После Инна Кравченко наградила дипломами за участие финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Главный технический инспектор труда Республиканской организации профсоюза Юсуф Узденов также поздравил педагогов, вручил грамоты и денежные сертификаты. 11 участников в ходе конкурса демонстрировали свое педагогическое мастерство, используя инновационные технические средства. Это бесценный опыт, это возможность продемонстрировать свои методики преподавания, обменяться ими с коллегами. Конечно же, это абсолютно бесценный опыт. Педагог по ОБЖ средней школы Аула Хумара Юрий Бестенев наглядно показал своим коллегам, как нужно оказывать первую медицинскую помощь и как делать перевязку. Для учителя это возможность повысить свой профессиональный опыт и интересно рассказать о своем предмете, отметил он. Здесь, знаете, вот не только обмен опыта речь идет. Здесь вот, прежде всего проверить себя на прочность, на что ты способен, на что ты горазд. Вот. Больше вот времени, вот не времени, а мотивация, да, стоит. Мотивация на первом месте не просто участвовать, но и победить. Это действительно, этого стоит. Немножко волнительно, конечно, но это все можно преодолеть. В итоге победителем регионального этапа конкурса стала учитель истории Станицы Зеленчукской Ирина Глазунова. Второе место заняла Ольга Чурсина из поселка Майский. А третье место поделили между собой учителя Фатима Батчаева из 13-й гимназии Черкесска и Белла Декушева из села Римгорская. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.